хватит спать. У меня заказ на 4 порции супа из секретных ингредиентов и всего 2 крыла. За дело. Да, папа. На самом интересном месте. В общем, хотя наш воин и мечтал стать мастером кунг-фу, он понимал, что над этим предстоит еще поработать. Ну, то есть, он знал кое-какие приемы, но еще не стал, как вы понимаете, легендой кунг-фу. К несчастью, его папа видел сына скорее мастером лапши. И все же наш воин не сомневался, что однажды он станет легендой, подобной величайшим героям кунг-фу, неистовой пятерки, которые, как оказалось, должны были сражаться на величайшем турнире по кунг-фу за высочайший титул воина-дракона. О да! Наш воин знал, что ему необходимо увидеть пятерку в бою, и ничто не могло его остановить. Ну, или почти ничто. Ворота. Тысячи лет мы ждали появления легендарного воина-дракона, но теперь ожидание подошло к концу. Для меня сегодня большая честь представить вам неистовую... Кунг-фу, им нужна твоя помощь! Никто не услышит тебя в такой толпе, как ты, да? Не подходите! На помощь! Слушай, вот, используй баллисту, ты сможешь расчистить себе дорогу. Фо может использовать баллисту. Он может пригодиться. Хе-хе. Собери хотя бы 10 из 16 фейерверков. Ух ты! Спасибо! Мастер обезьяна! Невероятно достойный прыгун! Thank you.
И поверьте мне, друзья, это только начало. Тигрица, тигрица! Я твой самый большой поклонник! Тебя побить легче её. Площадку непобедимого. Будь начеку. Пришел на помощь. Ты можешь использовать баллисту, чтобы взорвать мешки с конфетти и расчистить себе путь к арене. Класс! Спасибо, малыши. Я увижу тебя. Мастер Гадюка и мощный полет чести. Ah!
мне понадобится 10 фейерверков, не меньше, чтобы поднять кресло в воздух. А еще... Мастер-тигрица против железного быка и мостер-помостер лезвий! Отлично, у меня достаточно ракет. Надо вернуться к креслу. Должно получиться! Да, как старая добрая лапша. Тигрица, мастер стиля стального когтя. Я готова сражаться. Используй уникальные приемы кунг-фу. Соверши двойной прыжок. Чувствую, что воин-дракон среди нас. Жители долины мира, мастеру Гвай
выберет воина-дракона. Извините, я просто хотел посмотреть, кто стал воином дракона. Мастер, вы показываете на меня? На него. На кого? На тебя. Вселенная привела к нам воина дракона. Давай, Бо! Я?